Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники Олуха. Ну что, давай заберем. А, какой заберем? Прокачаем. Конечно же, заберем. Начали с прокачки, а уже все остальное потом. Так, рыба, давай лети. А эти что у меня тут? Прохлаждаются. Так, барсик, что ты мне принес? Ну-ка. Ну, конечно же, янтарь. Ну что он может мне еще подсунуть? Иди, он бесплатно. Лети, восвояси. Так, кривоклык. Дай пак. Угу. Закатай губешки, Рэй, вот в чем дело. Ну, а ты? Друзья мои, я, кстати, спасибо вам за то, что подсказали, как поменять этот облик. Я поменял. Видишь, как он теперь выглядит. Но драться пока еще не дрался на арене. А он, по-моему, даже не дерется, он, по-моему, просто добывает нам награду, как это, увеличенную, да. Вот так будет правильно сказано. Так, здесь мы заберем дровишки, отправим за дровишками. Здесь заберем рыбку, отправляем опять его за рыбой. И вроде бы все, да? Остальные все у меня в пахоте, все трудятся. Отдай сюда. Вроде бы как и все. Ну что, давай, наверное, откроем с тобой пак. Для начала. Монетки Один, это все понятно. Меня интересует, что здесь внутри. Громель. Ужасное чудовище. Крылатый ужас. И ресурсики. Значит, открываем тогда еще и рекламный заодно. Ну, как всегда, монетки. И начинка. Шипорез. Громобой. Кривокрив. Так, а кто-то там у нас есть. И кто это? Лаварык. Ну, конечно же, кто же еще может быть? Я его отпускаю. Он мне и даром, как говорится, не нужен. Дальше. Давай посмотрим. Нет, драконов мы потом посмотрим с тобой, легендарных. Вначале, наверное, откроем паки. Шторморез, душитель, громобой. Здесь нам выпадет Костолом, шторморез и шепот смерти. Громобой защитник. Окей. И здесь душитель, шторморез, древоруб. И опять же громобой защитник. Окей. Так, можно здесь забрать награды. Янтарь. Ну а теперь посмотрим, что нам принесли наши легендарные. Ох ты, какие-то грибы таких. Раньше у меня не было, в первый раз, по-моему, выпадают такие. Так, и зеленая тень. Опять корма, опять янтарь. Другого ничего и быть не может. А эти-то что у меня там смус-мумфрики сидят? А? Голубчики. Сидят тут, притулились. Иди вон, обучайся давай. И ты тоже, кстати, иди. Обучайся. А то привыкли тут высиживать. У нас, по-моему, у нас есть вообще тут место? Раз, два, три. То есть еще, по-моему. А давай-ка мы, наверное, тебя отправим. О, подожди. Что, что, что не хватает? Рыбы ему не хватает, прикинь. Он говорит, мне надо рыбы. Да что ж ты будешь делать-то? Я не это все хочу. Вот, забираем. Забрали с тобой рыбу. И начинаем его опять кормить. А вот теперь пускай идет и тренируется. Водорезик, а ты как? У-у-у. Бог с тобой, лети. Лети, качайся. Так, ага. В академии больше нет места. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим. Событие, по-моему, должно у нас одно быть доступным. Да как так-то? А, вот, вот. Хитрые против стремительных. Хм. Ого. Ну-ка, это... Да что такое? Да хорош вам, вы все одно и то же говорите. Громоножка. Слушай, а у меня же есть какая-то громоножка. Но я вот не помню, такая или другая. Так, значит, стремительные против кого там? Против хитрых. Подожди-ка, а разве... Хитрые это синие, да? А стремительные
Это, наверное, красные. Ладно, поехали. Будем разбираться уже потом с тобой. Кто, да что, кстати, тут 50, потом еще 100 рун. Неплохо для начала. Так, две волны будет, да? И мы, да, синие ребята, это хитрые. Что там за пукалка у нас еще образовалась, а? Издалека там бомбит по мне. Совсем что ли нюх потеряли, я не понял. На. А, стремительные это, друзья мои, по-моему, фиолетовые. Точно. Стремительные это фиол. Потому что стражи это зеленые. Да, красненькие здесь, конечно, не рулят вообще. А может быть рулят, просто у него пониженная атака была. И кто там у нас? Ага, тут и фиолетовые, и синие. Погнали. Начнем с этого супостата. Добиваем. Так, прописываем сюда. Две атаки плюс удар с понижением брони. Ну что ты там? Да ладно, успокойся, тебе это уже все равно не поможет. Хе-хе. Не на тех напал, бро. Ну что, неплохо начали, первая победа за нами. И мы продолжаем. Ну, само собой, мы должны крутануть колесо. И что? Древесина. 35 миллионов, мало, конечно. И забираем с тобой 50 рун. А теперь отправляемся за соточкой. 100 рун, потом бабочки. Слушай, ну шикарно, может быть мы с тобой все-таки успеем к концу события купить грязнулю. Хотелось бы, конечно, ребят, хотелось бы. Опа, мы уклонились. Мы с тобой уклонились, это шикарно. Вот что делает. Понизил мне атаку, да? Так точно, понизил атаку. Блин, все-таки у меня в голове вот вопрос. Громоножка у нас есть? Нет, она есть, но эксклюзивная или обычная? Ты смотри, что делает, а? Пыхтит еще тут мне. Ох ты, здесь у нас собратья эти. Злобные змеевики, да? По-моему, так. А если я вот так вас зажарю? Скрита добили. Так, ну что-то там, хлыщ. Да хорош, что успокойся уже. Пыхтит он мне там. Второй бой тоже довольно-таки легкий. Ну что, забираем награды? Крутите колесо, говорят нам. И дают нам рыбу. 125 миллионов. Забираем с тобой руны. Кстати, мы это событие можем сегодня прям пройти. Раз, два, три, да? Мы его пройдем сегодня за одну заходку. Так, ну что, теперь нас ожидают впереди бабочки. Бабочки в животе. Кто тут у нас? По два дракона дают, это хорошо. То есть у нас уже с тобой преимущество идет. Но вот то, что здесь шепот смерти, что-то мне как-то не особо это радует. Хотя они ватные такие. Что ты там собрался делать? Тьфу. Давай-ка, наверное, вот так вот добьем его. Очень легко у нас получается здесь проходить. Надеюсь, босяра будет такой же ватный, как и вот эти вот все супостаты, которые тут на нас бычат. Опачки, уже три. Три врага. И причем они все втроем ходят. Ладно, мы будем сейчас с тобой отхиливать нашу команду. Сюда, наверное, Хоферу вжарим. Теперь сделаем вот так. Добьем. Ох ты, я думал, мы уничтожим Хофера. Ага, как бы не так, сейчас будет бобок, по-моему, ребят. Сейчас кто-то накопит супермощную атаку и... Смотри, что делают, а? Понижают нам с тобой вообще атаку. Ха-ха. Промахнулся, так тебе и надо. На-ка. Выкусил. Ну давай. Тут я вас уже не боюсь.
Вообще не могут попасть, прикинь, по шторморезу. Попали все-таки. Ну что, кривоклык добьешь? Добьет. Куда же он денется, родной? Ну что ж, давай посмотрим, что он на этот раз выпадет. Рыба, да? 75 миллионов. Ну, допустим. Так, забираем с тобой этих бабочек. 300 штук. И у нас с тобой мини-боссик впереди. Ну, а потом в конце, конечно же, босс. Что тут у нас за мини-боссик, надо посмотреть. Так, уже их по трое. Вот плохо. Начнем, наверное, вот отсюда. Они, главное, успели сходить, да? Потом еще ходят. Ну, потому что, ребята, они... Они хитрые. Ого. Друзья мои, у меня кривоклык в опасности. Давай вот так вот сделаем. Бесит меня, что у нас атака вот эта вот пониженная. Просто раздражает. И они все-таки хотят меня уничтожить, да? Моего кривоклыка, я так понимаю. Так, добиваем здесь. Так, у нас 4 прилива сил есть. Так что и в принципе можно, ребят, даже не волноваться. Мы можем на одних отхилах с тобой здесь разрулить эту ситуацию. То, что он понижает атаку. Да, это обидно. Ну что, добиваем и переходим. Где тут у нас мини-босс? Вот он. Крылатый ужас собственной персоной. Да что ж такое-то? Вот они... Вот как начнут одного бомбить. И это как-то бесконечно у них все. По кругу. Так, ну с этим мы с тобой разберемся. Это дымодышащий у нас. Суперадар... Суператака будет, да? Так, я выдержал. Ого! Вот это всыпал. И этот сразу под халим побежал бомбить моего бедного штормореза. Да, что-то кривоклык здесь вообще не рулит, ребят. Вообще вот никак. Может быть его поменять? О, сейчас, по-моему, мы его потеряем вообще. Мне нужно, знаешь, что сделать? Срочно захилять нашу команду. Срочно. Фу. Живем. Слушай, да я думаю, мы здесь уже и выиграем. Чего уж тут, живем. На. Критом добили. И что нам тут? Опять рыба. 175 миллионов. Ладно, заберем. Ну что, последний поединок у нас. Надеюсь, я сделал правильный выбор. Хотя, наверное, надо было... Ох ты, ох ты. Сколько волн? Две или одна? Две. Две волны, друзья мои. Это плохо. Хотя этот разбирается вообще на изи. Промазал. На тебе. Ну что ты там собрался делать? Что? Понял. Понял, не дурак. Дурак бы не понял, а я понял. Что-то нам везет, ребят, на уклонение сегодня. Прям благодать какая-то. Но это, не забывай, только первая волна. Ох ты. Ты серьезно? Сейчас будет бубу кому-то, по-моему. Хотя... Я думал, будет намного все хуже. Надо будет захиляться. Обязательно. Лечимся. Ты что, как ходил? Опять ходит, а? Достал моего кривоклыка. Просто достал уже его в корень. Добьем. А здесь у нас Хофер. Ну, естественно, они сейчас будут все кривоклыка бомбить. Нет? Оу. Это уже интересно. Начнем с мелочи вот этой всякой, которая тут у нас по бокам стоит. А потом и Хофера уже будем брать.
в оборот, так скажем. Ой, неужели потеряем? Здоровски, ребята, просто, блин, здоровски. Твою же налево. Вот чего-чего этого я не ожидал. Ну никак, блин, они сейчас меня еще понизят атаку всем, да? Так, я с этим все-таки разберусь таким вот способом. Этому будем понижать с тобой защиту. Обязательно. Потому что, ну, ты посмотри, какой он тугой. Понизили ему защиту и уже будем сейчас его разбирать. Потихоньку, потихоньку, не спеша. И мы его, наверное, ушатаем. Окей. Главное не дать ему накопить энергии. Много. Ну-ка, на. Что там опять задумал? Фигня это все. И добивка. Вот как-то так. Забираем с тобой наградочку. И это у нас опять рыба. Но самый главный приз, естественно, это... Вот. Забираем яйцо. И смотрим. Такого нет у нас, ребята, в наличии. Так что это круто. Эксклюзивной громоножки у меня нету. Ну что же. Мне приятно, что у нас появилось. Так, а эти что у меня супостаты? Ненакормленные, скажи-ка мне на милость. Так, этого малыша тоже покормим. Вот так вот он выглядит. Здоровый, с крылышками. Ну что, ребята, мы прошли с вами сегодня события. Я понимаю, понимаю, ребят, что вам хочется сегодня, может быть, посмотреть даже аренку или еще что-нибудь, но на работу, понимаешь, надо идти на работу. Завтра, завтра мы с тобой пройдем уже вот этот вот происшествие обучения призывников. Да, я даже арену сегодня не успею пройти, потому что время уже очень поздно, а мне надо очень рано вставать. Так что, друзья мои, давайте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!